веб-сайт, это Инфомат, это мобильное приложение, это колл-центр. Вниманию делегатов технологические достижения республики. Почти 2 миллиона пользователей зарегистрированы на портале госуслуг Татарстана. Планы к концу года выйти на 100 миллионов фактов оказания услуг. Нефтяная отрасль Татарстана Ирану хорошо знакома. А вот область высоких технологий решили узнать получше отчасти. Именно поэтому встречу провели в IT-парке. В планах посетить Иннополис. Особый интерес вызвала компания «Эйдос» со своими медицинскими симуляторами. Укрепить связи хотят и в сельском хозяйстве. Иран – это родина прекрасных фруктов, сухофруктов, которые широко востребованы у нас в Татарстане. Сейчас главное правильно договориться о логистических цепочках, чтобы продукция сельхозпредприятий Ирана не была слишком дорогой. В ответ иранские предприниматели хотели бы заняться переработкой татарстанской сельхозпродукции. Как сегодня о торговом обороте с Ираном высказался Рустам Миниханов. Цифра пока небольшая, но динамика позитивная. Татарстан заинтересован в том, чтобы зарубежные компании в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке выбирали нашу республику, республику Татарстан. Особую значимость сотрудничеству добавляет религиозный аспект, отмечают иранские спикеры. Им, как Исламской республике, приятно работать с Татарстаном. У нас скоро пройдет крупная мусульманская торговая выставка, особенно по халяльной продукции. Мы предоставим вам выставочную площадку для того, чтобы у вас была возможность представить свою продукцию. Встреча продолжилась в Казанском Кремле. За круглым столом стороны обсудили результаты и планы. С Ираном уже сотрудничают казанский вертолетный завод «КамАЗ» и «Татнефть». Только за прошлый год товарооборот вырос в полтора раза. Есть куда двигаться дальше. Что касается работы компании «Татнефть», есть предварительный документ с государственной компанией Ирана, значит, возможности работы наших нефтяников на одном из месторождений. Эта работа тоже прорабатывается. Состав делегации, в которой мы приехали, это более 40 человек. Свидетельствует о разносторонних интересах нашей делегации. Надеемся, что этот визит принесет конкретные результаты. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Александр Севастьянова, Данил Филатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.